Ну что, всем привет. Да. И он там мяукает нас домой. Страшно, да? Пришлось пересадить его за пазуху. Дорогу чистят. А он вообще испугался. О. Мордочку в тебя. Ну вообще да. Он уткнулся. Так и будет, бояться. Все, сиди. Ему неудобно. У него да. Он вот так вот висит этими лапами, а сзади тебе уперся, да, чтобы не свалиться. Еще я его руками да. Придерживаю. Ну да. Ну чё, кот? Майс, котище. Все, сейчас в лес придем. Я думаю, пойдем по нашей этой дороге. Там. Разберемся. Гуляем. Да. Успокойся. Ну чё, машина не ездит спокойно. Ну да, машина. Ладно, я выключаю. Пока. И это видео но с котом. Ну это получается мини-ролик чисто с котом. А то меня в классе задолбали были двое, уже шутили, забросили моего ролика. Ага, фиг вам. Забросили его в канал? Нет. Не, мы не забросили. У нас снимать нечего. Мы канал не забросили. Просто в данный момент снимать нам вообще как бы нечего. Надо ждать, когда все вот это растает. И тогда поедем куда-то. Возможно, с котом. Скоро должны приехать ребята с Москвы. И мы поедем с ними снова снимать всякое пока неизведанное. Возможно, поедем на Дмитриевский погост. Но, конечно, туда лучше надо ехать ночью. Слушай, что-то он не сильно домой хочет. Туда надо ехать ночью. Потому что это самое близкое и известное место к нам, где происходят аварии и по сей день. Сейчас они происходят не сильно со смертельными исходами, а раньше там разбивались практически каждую ночь. Как я уже в некоторых видео говорил, что там люди связывают это как-то с той церковью, что там стоит на болоте, и с тем древним кладбищем. Кладбище, я думаю, тоже лет 200, как минимум, может быть больше. В общем, увидим. Надо твоим договариваться с их родичами, чтобы они их с нами куда-нибудь отпустили. Вот. Так что, ребята, начинайте вести переговоры. Как снег растает, можно куда-нибудь сорваться. Недалеко. Хотя бы в тот же Оленьий остров. Я и сам тут съезжаю. Не, там скользко, скользко. Не, вот здесь непонятно, почему скользко. Тут просто наездник, да? Где он-то? Вот. Подо мной лайк. Майсон. А, Майсон. Че, сегодня ветер, да, дует? Да, да. Не привык от него. Видишь, Майс. Под нас лезет. Ну да. Но ветра не так много. Вот он и пытается у нас. Можем его тогда спустить с горы. Да зачем? Ну да, пусть. Котяра. Кс-кс-кс. Майс. Опа.
увидел он, как снег падает. Котей, ну ты чё сидишь тут весь на измене? Сейчас съезжать начнешь, Мэс. Ну если съедет, ничего страшного. Ну да, будет завтра красиво. Посмотрим хоть, да. Да, Мэс, не стоит. Он уже немного едет. Не, у него из того, что подушечки на лапах, он просто закрывает. Ну не страшно. Понял, что что-то неудобно. Сейчас посмотрим, что он дальше будет делать. Сейчас увидим. Если он пойдет за мной, то больше времени за мной будет. Пока сидит. Если не пойдет, ничего страшного. Его можно понять, так сказать. Да он сейчас будет нюхать воздух, ну, да, как обычно. Ну да, мы же тут редко. Да, Майк? Тем более тут все шумит и шевелится. Ну да. Петюха. У вас было чистое небо. Давай. Тогда мы летим к вам. Отряд хит-трейл. Да. Слуга. Майсюха, эй. Смотри-ка, он как будто к нам полез. Смотри, к нам пошел. Хоть ему и пришлось немного подумать, но смотри, все-таки в нашу сторону отправился, а не дальше вниз. Ай, Майсюх, иди сюда. Я же говорил, сейчас к нам пойдет. Он все-таки за нами ходит. Просто ну ему да. Надо подумать. Ему же интересно. Кот. Оп, пришел. Ну как я и ожидал, кстати, придет. Причем все хорошо. Че, пойдем вниз туда? Ну да. Ну да, он занят, так сказать, все подряд. Воздух понюхать. Все-таки он за нами ходит, просто он никак не мог сориентироваться. Знакомого места. Ну все, он пришел. Хочешь тут постоять на твоем любимом месте? Где ты скользишь? Сейчас поедет. Подожди, он что-то там нашел. Господи. Найс.
Майсон, 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 Майсон. Да подожди, сейчас сам придет. Ну ждем, мелко. Да он и будет за нами ходить, как по квартире. Чего, котяр? Лисиха, чё ты там весь в непонятных? Чё, замёрз, что ли? Котеич. Мысюха, кс-кс-кс-кс. Майс, кс-кс-кс. Майс. Замерз? Майс, майс, майс. Я все еще держу. Я все думаю, он догадается на тебя залезть, майс. Что на тебе теплее. Ну чего, кот? Лезь к Серёге. Майс. Майс. Котяр. Как же он сама думал. Чё там у тебя в телефоне? Вон он, сюда идёт, а. Морда недовольная уже, видишь, у него. Такая это. Надо. Он устал. Можем пойти домой тогда. Котей. Мы чисто погулять с ним вышли. Майсон, нагулялся? Ничего, кот. Хочешь надо? Не, он походу домой хочет уже. И же сам идет. Так сказать, намекаешь, что пойдемте уже. Ну, кстати, да, смотри, как он меня спать ночами зовет, да? Ну да, и так же, типа, мяу-мяу, и идет в ту сторону. Обычно он меня так в 23:30 ровно зовет спать. Он садится на кухне напротив меня на стул и начинает мя-мя-мя-мя. Кстати, где он? Вон он. Вот я и думаю, то же самое. Аналогия. Что произошло? Результаты поиска. Какого поиска? Я даже Google не вызывал. Мы вас не послушаем. Мы вас не послушаем. Google. Майсон, чего? Да надо удалять все нафиг. Кот, домой? Майсон. Все, Майсон, пошли домой. Твое желание исполнилось. Походу кот выдохся. Он, Серега, пошел его забирать. Мы вышли чисто погулять. Потому что пока выдался каким-то чудом солнечный день, надо этим пользоваться. Ну чё, он сидит на тебя?
одни следы и вот такие перистые облака. О. У меня тоже есть облачко, только немножко... Красота какая над нами. О, и оно плавно перетекло в облако. У меня тоже есть облачко, такое кремовое. Я на плече вижу. Мысюха. Да. Он не знает, топчется. Нормально. Котяра, мы гордимся тобой. Он у тебя в капюшоне жопой. Сам залез ногами. Да, как у меня летом, он сидел в капюшоне.